Как держать? Вперед, нахимовцы! Мы начинаем с вами новое для военно-морского флота. Я желаю всем успехов и сильнейшим, конечно, победы. С праздником! Мы все должны понимать, что это мероприятие, которое мы проводим сегодня, оно первое. И от качества и красоты этого мероприятия, которое мы сегодня проведем, должна наступить традиция, как мы будем проводить подобные соревнования теперь в следующих годах. Мы имеем филиалы училища во Владивостоке, в этом году получим в Мурманске, само училище в Питере, здесь. Но природа подсказывает, что суперфинал будет всегда в Севастополе. Поэтому готовьтесь. Ура! Ура!